Добрый день! Меня зовут Светлана Владимировна, библиотекарь села Дорестуй. Я прочитаю вам басню Крылова «Зеркало и обезьяна». Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. «Смотри-ка, — говорит кум милый мой, — что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам пересчесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя, кума, оборотиться, — ей Мишка отвечал. Но Мишеньке им совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку не чист. Все это знают, про взятки Климыча читают, а он украдкую кивает на Петра.